Всем привет, и сегодня я вам покажу, как скачать Gravity Capture. Нажимаете вот, пишите здесь Gravity Capture. Нажимаете Enter, нажимаете, если вам забьет эту ссылочку. Нажимаете на эту ссылочку, вот сейчас я покажу. Нажимаете вот на вот этот сайт. Не на какой-то там другой, а вот на этот. На самый первый. И нажимаете, вот сейчас я вам покажу. Как навести-то? Мышка где? Вот она. Вот она, эта ссылка, нажимаете на нее. И нажимаете Download the link, там у вас выйдет это окошко, закрываете окошко, и там у вас zip-файл скачивается, открываете zip-файл. Открываете zip-файл. Файл открываете, нажимаете извлечь файл. Извлечь файл. У вас это. Копируется файл на этот компьютер. Зажимаете один раз левой кнопкой мыши на нее. Нажимаете правой кнопкой мыши, у вас вылезает вот такое вот окно. Нажимаете отправить куда? И на рабочий стол. И вот. У вас тогда скачается Гренни. Точнее, будет у вас на рабочем столе Гренни Рекаптюрит. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. И подписывайтесь на меня где-нибудь еще. Выход. Всем спасибо. Вот это. Иконочка, сейчас я вам покажу. Вот эта иконочка, если вам видно. Ссылочку я также в описании оставлю. Всем пока. Подписывайтесь на все мои соцсети.